Поэтому этот шаг не будет на 90 градусов, чуть-чуть поменьше. Directly 90 degree, opposite zero. But Homo already involved, so that cannot go this much. Гетеро хочет на 90 градусов, то есть максимально. So from borderline 90 degree, from this borderline area. Ну, он имеет в виду к вот этой вот границе, 90 градусов угол получается. Гетеро хочет на 90 градусов максимально делать удаление. Но Гомо уже проявляет свое заряжающее действие, поэтому этот шаг меньше, чем 90 градусов. Нога в аут-твисте. Maximum hetero try to go this much, but also cannot do this much. Тоже гетеро, может быть, и рада было бы сделать максимальное удаление, такой огромный шаг, но мы его не делаем, то есть он такой промежуточный. And homo pulling back. Затем гомосила утягивает обратно. Вот туда, в этом направлении. То есть это показать профессор не может на самом краю, поэтому он границу миров вот этим проводом как бы обозначает, чтобы было куда сделать шаг. Итак, гома тянет в обратную сторону, и аут-твист сменяется на ин-твист. То есть ноги, стопы стоят по отношению друг к другу Т-образно. Поскольку это гомо-шаг, обе ноги в ин-твисте. И шаг этот где-то в половину приблизительно от шага гетера, то есть меньше. Вот так. Гомо-шаг. Нейтро-шаг выставляется на эту границу. Движение должно быть мягким, вот это вот. Когда вы делаете гомо-шаг, мышцы чуть-чуть как бы сжимаются, поджаты, такое напряжение есть. Нейтро-шаг – это шаг на этой границе, в сторону. И у противоположной ноги есть определенная как бы такая подвижность, гибкость, то есть она может чуть-чуть развернуться, чтобы удобно было стоять. Потому что нейтра — это гибкая сила. И затем нейтра шаг, когда вы возвращаетесь в исходное состояние. Next, right side, symmetrically. Затем симметрично в правую сторону совершаете эти же шаги, гетерошаг. And homo pulling, like a pendulum principle. Затем гомо утягивает обратно принцип маятника. Гетеро, гомо. And neutro. И нейтро. Шаг в сторону. Шаг нейтро, возвращение в исходную позицию. This heterotachy. Entire process we are applying this principle. И во время одношагового тайцзи, гетеро тайцзи, все время повторяются эти шаги. This is step, only step. То есть мы разобрали пока только шаги. Гетеро, гомо, нейтро, нейтро, гетеро, гомо, нейтро, нейтро. Neutro is the between hetero distance and homo distance. Divide half. Величина нейтро шага промежуточная между величиной гетеро шага и гомо шага. Как раз средняя между ними. This is repeat. И все время повторяются эти шаги. Next, trunk direction. Теперь направление нашего туловища, положение тела, собственно. And back, back direction.
Когда делается шаг назад, тело тоже должно развернуться и смотреть в ту сторону, назад. Гетера. Полностью развернуться не можем. Кома сила влияет, поэтому какой-то угол существует. Но должно быть, по крайней мере, намерение сделать это на максимальную амплитуду. Поскольку кома сила влияет на максимальную, не получится, но насколько получится, пусть настолько получится. Затем кома шаг. Вы смотрите вот в эту сторону направления. И туловище, то есть туловище разворачиваете. И в этот момент уже на гомо этапе кетера сопротивляется. То есть вот вправо смотреть, гомо побуждает. Ну, видимо, yeah. Тоже какой-то компромисс. И шаг влево. И на ней-то этапе смотрите прямо перед собой. То есть тело должно разворачиваться так же. Туловище, особенно верхняя половина туловища, грудная клетка, стараться удерживать нужные направления. Четыре. Гетера, гома, нейтра, нейтра. Это в другую сторону. Это означает, что когда вы делаете нейтрошаг, только голову повернуть, то есть шею так развернуться, это недостаточно. Нужно вот так развернуться, прямо смотреть в эту сторону. Вот это базисные позиции таковы. Многие слушатели просто голову поворачивают, этого мало. Нужно развернуться грудной клеткой туда. Кома будет сопротивляться тоже, поэтому полностью развернуться не получится. И возвращение в нейтра. Еще раз. Гетера. Гома. Нейтра. Нейтра. Гетера. Гома. Нейтра. Нейтра. Итак, обсудили, какие должны быть шаги и положение тела. Нет. Теперь руки, в каком должны быть состоянии. Three motion is hetero, because hetero is separation. Итак, первая серия движений это гетера. Гетера сила, все разделяет. Homo is together. А гомо соединяет. So first three motion is hetero. Поэтому первые три движения с разделенными руками это гетера. И обе руки в аут-твисте. Аут-твист. Руки прямые. Вот на этом шаге профессор показывает, рука, которая обращена в ту сторону, где гетера, потому что впереди нулевой мир кома, она поднимается вверх. Не наоборот. То есть это вот ведущая рука, она должна быть вверх, а другая вниз. Единственное возможное положение рук, когда вы начинаете это действие, вот такое. Вы поймете, что по-другому быть не может. А когда определились с первым движением, кстати, нужно учитывать, что вы смотрите на кисть, то есть и голова, и шея разворачиваются, потому что вы должны смотреть на кисть. Даже не на кисть, а немножко на дни. На дни, как бы, в эту точку. То есть положение головы важно очень тоже. То есть как стоят ноги, положение туловища, рук, головы, это все учитывается. Поскольку это out
твист, то следующее движение будет с ин-твистом. Рука, которая была вот на этой гетеростороне, вот ведущая, она была поднята, она опустится, а другая рука, опущенная, наоборот, поднимется. И вы их вот так разворачиваете постепенно в ин-твист и меняете их положение. Смотрите на кисть. На опущенную кисть. Вот это. Тут немножко колени должны быть как бы присогнуты. Итак. Когда вы делаете гетерошаг, все тело расправлено, конечности расправлены. На гомо-шаге чуть-чуть как бы присаживаетесь и поджимаетесь. И руки тоже в локтевых суставах присогнуты. И нейтрошаг. То есть не так, профессор еще раз повторяет, а развернуться туда, вот смотрите. Нита. Еще раз. Between what? То есть рука должна быть выше, чем на 45 градусов. Поднято, то есть вот есть верхнее положение, есть на 45 градусов, а есть промежуточное. Нужно вот это промежуточное. Сколько там будет градусов? Между 45 и 90. То есть если считать, что снизу до верху 180, тогда вот здесь вот так вот, горизонтальное 90, 135. But you want less. You said no, so it's okay for you. Maybe it brings back. From this, minus 45. А, нет, все-таки на 45 градусов. 45 градусов. То есть 135 градусов снизу, если считать, или от верхнего положения 45 отложить. Чуть-чуть больше. То есть не 135, а чуть-чуть больше, но профессор не уточняет. То есть стандарт все-таки этот чуть-чуть больше. Профессор сейчас уточнил, он сказал, что лучше на 150 градусов. Вот если снизу, это значит, что сверху на 30. А понятно? Поднять на 150 градусов. То есть она должна быть хорошо поднята, достаточно, рука. И затем гома, шаг. Нейтро. Руки на горизонтальном уровне. Нита – это возвращение в исходную позицию. Это гетеродвижение, гетеротайцы на шагу. Гетеросерии движений, скажем так, гетероэтапы. Теперь идут кома движения этого гетероэтапа. На предыдущем этапе левая рука поднималась вверх в аут-твисте, а сейчас она опускается вниз в ин-твисте и, соответственно, поднимается правая тоже в ин-твисте. Шаги остаются теми же самыми, а руки все время меняют твист и положение. То есть теперь аут-твист у обеих рук. На гетероэтапе тайцы, поскольку это гетероэтап, не нужно, чтобы смыкались пальцы плотно, небольшое разделение между ними. И нейтра. Шаг. То есть вот так нужно двигаться, вот, и разворачиваться в таком направлении. Еще раз профессор говорит, не просто
в голову повернуть. И нейта. Окей. Next. Далее. Нейтро. Оно гетеро-нейтро. В гетеро-нейта питайцы. Следующее движение нейтро движение. Нейтро фейс. Месседж. Порайт. И вот этих нейтро движений, возможно, разные варианты этих движений. Нейтро всегда разнообразно. И среди них профессор, возможно, в движении выбрал вот это. Ведущая рука горизонтально в аут-твисте, выпрямленная, вторая согнутая в ин-твисте. Итак, рука, которая выпрямлена на баут-твисте горизонтально, вторая согнутая в ин-твисте. Вот так. Аут-твист, ин-твист. А потом из этой вот из первой позиции автоматически вытекают остальные. То есть рука, которая была в аут-твисте, перейдет в ин-твист и согнется, а согнутая выпрямится и перейдет в аут-твист. То есть вот эта выпрямленная рука сейчас переходит и согнется. А эта согнутая выпрямится. Посмотрите. Вот так происходит перетекание, как бы, с одной позиции. Вытянутая рука стала согнутой. Поскольку это нейтро движение, уровень положения рук горизонтальный. Now bending, next. Вот это теперь, видите, левая рука в данном случае согнута. А она должна теперь разогнуться. А та, которая была разогнута, согнется в локте. So actually, if you know first motion, the next motion is это означает, что нужно запомнить первое движение в каждой серии. Остальные вытекают из них, они предсказуемы. Ин-твист сменится на аут-твист, аут-твист на ин-твист. С каждым новым шагом будет происходить перемена. Вот эти. Вот эта рука была на горизонтальном уровне расправленная. Она останется на горизонтальном уровне, но согнется в локте. А та, которая была согнутой, смотрела вверх, она опустится вниз в другой твист, в аут-твист. Это нейтро, шаг, обе руки на горизонтальном уровне. Одна согнутая, другая выпрямленная. Теперь в другую сторону, вправо. Шаги те же самые. This is the pattern. Always two arms is separate. Это гетероэтап тайцзи, поэтому руки левая и правая все время разделены, разведены. Neutral case separation is left. Но на нейтро движениях разделение между ними меньше. Но все равно они не вместе идут, они разделены. Потом начинается гомо-этап тайцзи. Сначала гетеродвижение. Гомо означает, что они идут вместе руки. И поднимаются вверх в аут-твисте обе руки. Далее. Обе переводятся в ин-твист. Ноги немножко сгибаются в коленях. На горизонтальном уровне в аут-твисте это нейтро. Это такое должно быть очень приятное чувство, как бы с улыбкой протягиваете руки. Mm-hmm.
на этом шаге вся дисгармония из тела должна как бы уйти. So in neutral, returning, can keep smile. И возвращайтесь в исходную позицию нейта, сохраняя улыбку. Это был гомоэтап тайцзи, но гидра, движение в нем. Теперь гомодвижение в гомоэтапе тайцзи. Обе руки в инь-твисте идут вместе, направлены вниз. Затем в аут-твисте обе. И затем на нейтрашаге снова в инь-твисте. Это гомоэтап, поэтому две руки всегда касаются друг друга. Не нужно их разделять, то есть они не рядом должны быть, а соединяться должны. Гома любит прикосновение. Это сила сжатия. Показывает все руки вниз в интвисте, потом в аут-твисте и в интвисте. Далее нейтр движение гомоэтапа. Руки соединяются друг с другом, но я поверхностью. Ведущая рука в аут-твисте, вторая и... Это нейтр движение, возможно, и другие варианты. Вот это одно из них, из возможных этих движений. Руки фактически прикасаются друг к другу. Не отделяйте их. Но на нейтр этапе не надо плотно прижимать их друг к другу, а просто прикасаются и все, легко. Потом разворачиваемся. На гомо-шаге прям лежат и поверхностями кисти друг на друге. И нейтр-шаг. Вот на этом движении, на нейтр-шаге, особенно хорошему твисту подвергаются вот верхний этаж брюшной полости, печень, селезенка, желудочная, они хорошему твисту подвергаются и гармонизируются. А затем возвращаетесь, смотрите, какие руки, как вот руки у профессора. В другую сторону. В этом, при этом шаге тоже очень хороший твист вот этой стороны тела, всего этого региона происходит. Гома, прям положили ладонь на ладонь. Смотрите как. Потом идет проворачивание их, вот так вот, сохраняя контакт, не разделяя, вы их вот так как бы относительно друг друга проворачиваете. Смотрите, вот так вот, сохраняя контакт. И нейтрашаг как бы на ребро ладонь ставится. This time this kidney, spleen, liver is intensively twisted. То есть вот при этом шаге особенно сильное влияние на печень, на соответствующую, получается, левую почку. На селезенку она слева, тоже есть печень справа. И вот все на этих, во время этого движения эти органы обретают улыбку.
Если у кого-то заболевание этих органов, во время этого движения медитативно делайте это с улыбкой. Сконцентрируйтесь на этом. Итак, закончился гома этап одношагового тайдзи. Три движения. Далее. Нитро этап. Одна рука прямая, выпрямлена, другая согнута в локте. И кончиками пальцев прикасаетесь к локтевому суставу другой руки. И рука поднимается высоко, профессор опять повторяет, на 150 градусов. То есть от вертикального положения на 30 вниз. Теперь гома. Нужно чуть-чуть присаживаться, как бы сгибаются колени чуть-чуть. Колено. И нейтра. Нейта. Еще раз. Гетера. Гома. Нейтра. Нейтра. Следующее движение. При следующем движении руки должны пойти вниз. Они же не могут снизу сразу пойти вниз, поэтому должно быть преддвижение, скажем так. Потому что если просто развернуться, не будет ритма. Чтобы их опустить потом, сначала надо их приподнять. Поэтому вы их чуть-чуть в аут-твисте приподнимаете, чтобы потом в твисте опустить. Для того, чтобы руки вниз опустились в твисте, сначала должно быть такое преддвижение, когда вы их приподнимаете в аут-твисте. Опять в другую сторону. Тоже прикасайтесь к локтю. Когда вы нейтра этап осуществляете тайдзи, тело должно быть в состоянии нейтра, оно не должно быть скованным, ригидным, мягким. Again, neutral, neutral. Many variety. This is one of them. Previously I did this. Итак, нейтра, движение нейтра этап, то опять-таки могут быть разными, разные варианты. Предыдущий, когда раньше профессор объяснял, выглядел вот так. I find many people that... Профессор увидел, что все руку верхнюю держат по-разному, не получается как бы хорошо вывести. Поэтому он изменил, они должны быть вот перед головой, перед лицом. На уровне лба. Так легче будет. Тут не надо глаза как бы закрывать. Над ними, на уровне лба. Поскольку это нейтра, горизонтально обе руки на горизонтальном уровне. Одна рука прямая, горизонтально, она выпрямлена, другая согнутая, горизонтально. Они поменяются, потом выпрямленная согнется, сохраняя горизонтальный уровень. А там согнутая выпрямится, вот так. И она опустится вниз. То есть была она выше, станет наоборот ниже. А горизонтальный уровень просто перенесется на этот же уровень. На другой шаг. Straight. Because it will bend. Bend
Итак, выпрямленная рука согнулась в локте, а согнутая выпрямилась и ниже находится. И нейта. Движение, символизирующее совершенство. Потому что после серии нейтра движений, после нейтра этапа будут совершенные движения.